вами Лисарка и мой дырный братик Вадик. Ну? Скажи что-нибудь. Что сказать? Я не знаю. В чем мы сегодня играть будем? В Sims 3. Ага. Знаю, кто-то его не любит, но что поделать? Просят. Хочешь быть таким супергероем? Нет. А вот таким? Да. Хочешь вот таким вот быть супергероем в таком вот костюмчике? Нет. Хочешь сниматься в кино? Давай я тебе в Sims засуну, будешь в кино сниматься. Вон дополнительный, вот каталог кино. Залазь туда и будешь в кино. А может это и правда можно? Нет. Да блин, но я хотела в кино. Это DSL. DSL какой-то каталог. По-моему, это девушка в пижаме. Тебе так не кажется? Да не кажется. По-моему, она в пижаме. Угу. Девушка, почему вы гуляете в пижаме по улице? Ящики Якубовича. Найди. О, вот, все, все. Так. Итак, у наших... Познакомьтесь с персонажами. Вот этот козел, который спит в кровати ребенка. Это Илона. А ты чего не спишь? Иди спать. И всеми любимазами и Кристина. У Кристины сегодня или завтра днюхала, я уже не знаю. Так, почему Кристина у меня спит здесь? Потому что этот козел занял ее постель. Я не знаю почему, он, кстати, вампир, и Азуми он тоже обратил в вампиршу. Зачем, главное? Так, Кристина, у тебя школа... Блин, ей в школу собственный день рождения, это нормально, а? Чувство потерянности. У тебя такое бывает, Ладик. Пребывать в хорошем настроении. Слушай, Илона, дай ей поспать. Купить мягкая игрушка. По-моему, у нее и так игрушек дофига. Азуми, вали спать. Мертвый сон. А, да, ты же мне вампирша. Все равно, вали спать. Харе болтать, просто иди вали спать. Илона к тебе такой же А, так она у меня поспала. Что тогда мы с Илоной делать будем? Твою пожрать заставим сделать. Так, подать ужин. Макароны с сыром, бутерброд с тофу, хот-доги, осенний салат. Что будем? Может быть... Макароны с сыром? Давай. А потом ее еще заставим кое-что сделать. Хот-доги. Потом осенний салат, потом... Хот-доги. Да, потом бутерброд. Короче, мы ее замучим до того, чтобы она пошла спать. Ага. Потом еще заставим пылесосить. Ага. Так, этот козел опять за собой не убрал пакетик с соком. Можно вот так сделать, просто его продать. А собачка у нас спит, и у него сильный голод. Кошка у нас тоже дрыхнет. Ну, это... А, да, я же вас со зверем не познакомила. Вот это... Так, страшный денек будет уже через пару дней, то есть Хэллоуин. Потеря друга. Какого? Я не знаю. Я его назвала просто собака. Я ему имя еще не придумала. Предложите свои имена в комментариях для собачки. А, ее типа разукрасили. Да, ее лицо разукрасили. Так. Она идет с собачкой. Да, но у нее скоро день рождения. Через одну минуту. Так, осенний праздник еще продолжается. Вот и отлично. Так, и что мы с вами будем делать? Кристина. Уйди оттуда, видишь, там этот говнюк спит. Ты сейчас этого придурка разбудишь, он тебя тоже вампира обратит, как Азуми. А, не, это спит. А, не, он уже проснулся. Иди вам. Поздравляем Илону, Илона улучшила навык кулинарии до второго уровня. Илона научилась готовить жареный сыр и гуфи. И...
Ну? А как он обрутил тут? Просто за руку укусил. Я, короче, ошиб... А ты сама велела? Да. Я хотела посмотреть, что будет. Переодеваться принцесса горная Лавда. Играть понарошку. А, готовит. Выслушать крики. Мы сама, ты сама. Офигеть, она сколько сил уже потратила. Это кто? Ты кто такая? Мне интересно, мадам, кто такая? Что вы тут делаете? А ты продай ее. А что, можно ведь? Если я использую специальный код... Мувио, если я его еще вспомню. Би, ты что там застрял, что ли? Так, STS. Ой. И, ребят, смотрите, что сейчас будет. Я ее просто продала. Продала. Ой, все, выходим из режима покупки. Так, ребята, давайте сейчас я сделаю то, что я обычно делаю в Sims, если мне не скучно. Мы погуляем, 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 мы по Sims. Погуляем, погуляем, мы по Sims. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мы же можем заболеть. Не, мы не заболеем. У нас даже если тут машина собьется, нам ничего не случится. И у меня есть смс-ка Теле2. Привет. Сью, здрасте, мисс Сью. Сью, здрасте, мисс Сью, бля. Сью, здрасте, мисс Сью. Здрасте, а можно с вами познакомиться? Вы Сью Скотч. А я Лисара. Привет. А, в 5 часов утра. Чё мы не работаем? Я чё-то не поняла. Я купаюсь в фонтане. Я купаюсь. Охренеть, блин. Серьёзно, круто. Пока, земля, пока. Сейчас вы, ребята, увидите, насколько удивительно все. Сегодня Кристина отмечает день рождения. У-ху! Надо устроить вечеринку. Ага. Возвращаемся домой. Илона, ты прибираешь дом. Так, Илона, ты прибираешь дом. И не надо мне сейчас возмущаться. Ух ты ж, нихрена ты наделала. Хот-догов. Ага. Так. Ладно, хот-доги мы сохраним. Не буду я их выбрасывать. У кого опять мобильный звонит, говнюки? Так. Убираем сюда хот-доги. Смотри, чая Липтон. Офигеть. А сейчас я ее отправлю домой, и мы устроим втихаря вечеринку. Азуми, выходи на улицу, чтобы та тебя не услышала. Иди сюда. Беги! Где они иди? Что тут за ерунда опять валяется? Бедь. Бери в багажник свою ерунду, блин. Так, и втихаря звони. Так, услуги устроить вечеринку. Понимаешь, мне глаза светятся? И даже клыки видно, вампирёныш. Так, ладно, мы приглашаем всех. Вряд ли все сюда придут. Надо особенно пригласить друзей Кристины. О, у нас есть друзья инопланетяне. Так, время. Какое будем выбирать время? А то ты сидишь как лох и молчишь. Давай в час или в 12. Давай. Во сколько? Ну, в час. В час. Итак, ребят, вот мы устроили день рождения для Кристиночки. Празднование дня рождения начнется ровно в час. Окей, все, ребят, переходим в режим покупки. Удаляем все, что нам не нужно на первом этаже. Все, что это
Вот эта лужа? Собака! Она опять написала, где не надо. Сюда. Опа! Вообще красота! Да. Еще двор украсят такими конфетами. Их можно что ли есть? И весь сюрприз испортит. Да. Так, это у нас... Покупай яблоки! Это у нас Азуми. Что ей можно подарить? Может сразу все купить, а нет. Ей... Фиолетовый... Нет, цветы будет у нас покупать говнюк. Я не знаю, почему я так называю. Три сразу. Зачем? Ладно, надо посмотреть. Разрисовать лицо опять. Да. Это кто? Обязательно колонки, можно кое-что под руку. Можно... купить караоке. Давай караоке купим. Давай. Караоке. Круто. И вот эти. Это. Что еще? Планшет есть. Балдиковая приставка. Тут есть. О, зато есть такие вот автоматики. Есть. О, нифига себе. Агась. Хотели бы мы такие. Ага. Здесь стояли бы, каждый день приходили и убили. Ага. Так. Что еще? Календарик. Напоминание в крестине о дне рождения. Так куда их повесить-то? Наконец-то. Смотрите. Красота. Милахи, прямо не могу. Через час уже начнется вечеринка. Отлично. Хватит смотреть футбольный матч, беги домой. Илона, накрывай на стол. И сейчас начнется тусовка. Так. Ой, глюк. Ты видел? Только что был глюк. Какой? Смотрите, все сейчас... Или наша берет и это то вот так делает. Она задула свечки. Закинь на сейчас. Вот так, тохни. Смотри. Вот так. Нет, так она есть. И гостям говорит, а я вот тут не даю. Молодец! Сейчас она должна, по идее, вырасти, но что-то этого ничего не происходит. Так, никому не трогать. О, она прям так. Круто! С днем рождения, Кристина, теперь подросток! Нифига себе, какая она стала! Она прикольно стала. Безнадежный романтик. Она красавица, но все равно я тебе внешность потом изменю. Ну и так пока идет. Ура! У Кристинки! Кристинка подросток. У нас 68 тысяч долларов. Отлично. Здорово. Ага, смотри, Кристина выросла, а все ее друзья такие остались мелкими. Ого, щеблец. Ты где? Ты ж вампир, зачем тебе это? Попей, попой лучше. Петь. Рычательная нота. Он убегает. Давай я лучше поймаю его. Чтобы сейчас он... его собачка наша поймает. А потом принесет, и типа ничего не было. Угу. И вот, блин, опять. У них появится енот.
О, это решила побарабанить. Так, не-не-не-не, пошла вон, мне надо всю эту ерунду уже убирать. Ай, что упало? Нет. Так, все, мы продаем. А, нельзя, а, пока это... Так, стул верни на место. Нет. Типа ты забыла один код, который делает, чтобы... Может, оставим караоке? Давай оставим. Давайте мы его удалим. Так, ладно, ребят, сейчас мы их всех отправим по постелям, по душам, куда им туда надо. Фу, выключить. Ладно, ребят, думаю, пора получить цветы. Ладно, ребят, думаю, нам всем пора. Давай. Уже пора прощаться, Владик, со всеми. Говори пока, и я останавливаю запись. Пока. Всем увидимся в следующем выпуске. Ага, если он еще, конечно, будет. The story must be told. Time for a chain reaction.